Всем привет! Вы на канале Арбат Хомс. Меня зовут Михаил. Мы находимся с вами в солнечном городе Мерсин. Город с многовековой историей на берегу Средиземного моря. Я хочу вам представить наш новый проект, который третий на счету компании. Наш проект называется Elite Life Residence Арбат 3. Это третий проект на счету компании. И расположен он в перспективном районе Арпач-Бакшиш. Мы находимся с вами на втором этаже. Уже сегодня мы приступаем к заливке третьего монолитного этажа. Комплекс расположен очень удачно, все в шаговой доступности. Транспортная развязка, учебное заведение, медицинские учреждения, сетевые магазины. И самое главное, всего 300 метров до обустроенной набережной с чистым пляжем. Проект располагается на площади 4000 квадратных метров. При строительстве произвели усиление фундамента с помощью 328 свай, длиной 12 метров и толщиной 80 сантиметров. Также будет произведена тепло- и гидроизоляция здания. Комплекс будет построен с использованием только качественных строительных и отделочных материалов. Также будет элитная сантехника и декоративные элементы. Комплекс предоставляет собой одноблочное 14-этажное здание, где располагается 7 просторных квартир на этаже. А сейчас я предлагаю спуститься в шоу-рум, где я расскажу подробно о планировках, о площади, о самом комплексе и о многом другом. Сейчас мы находимся с вами в шоу-рум планировки 1+1, площади 85 квадратных метров. Также есть планировки 2+1, площади 140 квадратных метров. На этаже планируется 7 квартир. 4 квартиры планировки 1+1 и 3 квартиры планировки 2+1. Во всех квартирах будут декоративные деревянные элементы. Во входной группе будет шкаф, ламинат 32 класса 8 мм толщиной. Во всех комнатах будут выводы под кондиционер. Кухонная столешница, кварцевая кухонная столешница, будет в подарок кухонная тройка производства Siemens. Шкафы будут из МДФ. И в планировках 2+1 будет гардеробная комната. Инфраструктура комплекса очень большая, я вам сейчас подробно о ней расскажу. В состав комплекса входит детская игровая площадка, аквапарк, открытый бассейн, детский бассейн, джакузи, беседка, зона барбекю, паркинг, сауна, хамам, фитнес-зал. И это все будет находиться на нашей территории. А сейчас я хотел вам сказать о технической части проекта. Хочу вам продемонстрировать утеплитель зданий. Вот это используется большинство застройщиков Мерсина. Это трехслойная изоляция. А это то, что мы уже в третьем проекте используем. Пятислойная изоляция. И вы видите даже визуально, чем они отличаются. Также хотел бы рассказать о сливных механизмах, которые мы используем. Это то, что используют все застройщики. А это то, что используем мы. Разница в качестве материалов и в том, что здесь отсутствуют запахи. Также это касается сливных механизмов душевых кабин. Это стандартная, а это наша. Также я хотел сказать про балкон. Балкон практически 14 квадратных метров, и при застеклении образует отдельную комнату. Кроме того, все моторные отсеки кондиционеров, они будут располагаться на техническом балконе здания, и тем самым не портит ваш фасад. И это все будет находиться на нашей территории Elite Life Residence Арбат 3. За подробной информацией обращайтесь в наши соцсети или по телефону, указанной ниже. С вами был Арбат Хомс, Михаил.